Доброе утро, дорогие учащиеся, уважаемые родители и любимые учителя. Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour, mesdames et messieurs. Мы рады видеть вас в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы, в школе номер 2107, в школьном отделении школа имени Ромена Ролана. Сегодня 1 сентября, начало нового учебного года, новых встреч с удивительным миром знаний. Пусть этот год будет добрым для всех, и для тех, кто впервые переступает порог нашей школы, и для тех, кто делает это уже не в первый раз. Тому, кто за школу радеет, заботится ночью и днем, директору нашей школы мы с радостью слово даем. Слово для приветствия предоставляется директору государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы, школа номер 2107, Лукашук Олесе Николаевне. Дорогие учащиеся, коллеги, родители и гости нашего праздника, поздравляем вас с этим долгожданным для нас и для вас, для всех днем, днем знаний, 1 сентября. И пусть для некоторых сочетание долгожданный праздник звучит иронично, но, наверное, это говорит о том, что вы лукавите в первую очередь, потому что все мы радуемся. И радуемся по-своему. Учителя очень долго ждали встречи с вами. У них очень много интересных и важных проектов для вас. Учащиеся, думаю, с нетерпением ждали встречи со своими одноклассниками, друзьями, классным руководителем. И посмотрите на эти счастливые и радостные лица наших младших школьников, а также самых важных сегодня гостей наших первоклассников. Ну вот уж, наверное, кто поистине больше всех радуется и волнуется одновременно, это родители, родные и близкие, те, кто сегодня первый раз сядет за школьную парту, откроет свой первый школьный учебник, познакомится со своим первым школьным учителем. Но вы не волнуйтесь, вы отдаете самые ценные, надежные и хорошие руки. Потому что наша школа – это не только одна из лучших столичных школ, которая по результатам столичного рейтинга является топовой, обеспечивающей качественное образование, но и школа, которая наполнена традициями, богатой историей, а также новыми современными прорывными проектами. Дорогие учащиеся, образование – это первый и важный шаг на пути к успешному будущему. И от того, насколько активно вы будете использовать все возможности и ресурсы школы, нашего большого образовательного комплекса, будет зависеть ваше успешное будущее. Будьте активными, инициативными, творческими в обучении, и у вас все получится. А мы вам в этом обязательно поможем. Итак, торжественное мероприятие, посвященное открытию нового 2016-2017 учебного года, объявляем открытым. Внимание!
Кажется, будто вчера мы стояли, веселое время каникул встречали, которое после учебного года давно началось. Но царица природа неумолима, и месяцы лета в прошлом, и школьная форма надета. Ты сказала «школьная форма»? Тогда я знаю, кому предоставляется следующее слово. Руководителю школьного отделения школа имени Ромена Ролана, заслуженному учителю Российской Федерации Тихомировой Инне Николаевне. Доброе утро! На самом деле я, пожалуй, оттолкнусь от великого события этого года. Олимпиада в Рио, как много о ней говорили. И начну, вы знаете, с очень юмористического факта. С одной стороны, а с другой стороны, очень гордая. Вы знаете, что по опросу болельщиков, жителей города Рио-де-Жанейро, а также по отзывам самих команд, лучшей формой команды признана форма Российской Федерации. Гордимся этим. А мы, пожалуй, гордимся своей формой. Почему? А вы знаете, наверняка не знаете, поскольку вам пока еще, ну, первый, ну, 11 класс, а форма наша живет уже 20 лет. К сожалению, здесь нет. Сегодня не смогла я пригласить создателей школьного совета, совета самоуправления, школа, которая, собственно говоря, эту форму и придумала. Если у вас в совете управления будут какие-то пожелания, вы всегда готовы выслушать. Но сравните школьную форму нашу и школьную форму других школьных объединений. Думаю, наша классическая, академическая. Именно академизм присущ нашей школе, потому что не могу не похвастаться. Дело в том, что 1-9-Д за прошлый год заработал 25 грамот призеров и даже победителя как в окружной, так и в городской олимпиаде по разным предметам. И несмотря на то, что это чисто лингвистический класс, но победители там были и по русскому языку, и по обществознанию. Вы будете смеяться. Победитель городской олимпиады по математике – это из этого класса. Это Бешева Марина. Давайте поаплодируем им. Ну, не хуже выступили остальные. Столько грамот, столько победителей различных конкурсов. О чем говорит это? О том, что вы все очень творческие личности. И сегодня я всем желаю только одного – упорства, как у спортсменов, креатива, как у всех молодых, ну и, соответственно, удачи, которая тоже немаловажная. Поздравляю вас всех! День необычный сегодня на свете. Музыка всюду, улыбки и смех. Школа открыла двери для всех. В школьной жизни волшебство не кончается. Сказка и здесь продолжается. Где же меньше из вас? Пусть сюда сейчас выходит детский сад. Вот пришел желанный час. Ты зачислен в первый класс. Ты сейчас послушай нас, мы дадим тебе наказ. Всем о школе расскажи, честью школы дорожи. Содержи всегда в порядке книжки, прописи, тетрадки. Должен научиться ты читать, считать, писать. Не позволено лениться, нужно делать все на пять. Должен знать ты на отлично, даться в школе неприлично, чтобы был всегда ты весел, больше бой хороших, хороших песен. Чтобы был всегда здоров, кашу ешь, кефир и пирог.
плохо. Слушаю папу, слушаю маму и учительницу тоже. И усваиваю программу. Если что, то мы поможем. Если выполнишь отказ, во второй пойдешь в класс. А теперь, школа, встречай своих самых маленьких учеников, своих первоклашек. Сколько всего интересного у них впереди. Открытие прекрасного мира литературы, строгого мира чисел, владение французским и английским языками, познание окружающего мира и истории. Приветствуйте наших малышей! Гостей сегодня много, открыта всем сюда дорога. Почетный гость спешит сейчас поздравить с праздником всех нас. Слово предоставляется нашим гостям. Глава муниципального округа Мещанский, председатель Совета депутатов муниципального округа Мещанский, Лакоскин Александр Андреевич. Дорогие учителя, дорогие ветераны, дорогие первоклассники, родители и ученики. Лица Совета депутатов хочу поздравить вас с 1 сентября. Это очень трогательный, торжественный момент. Всем ученикам хочу пожелать учиться на дни отличные оценки. Мы, в свою очередь, для вас, жители, для вас, ученики, сделаем все возможное. Есть жители Олимпийского, в этом году, вне города, они получат жители Олимпийского 22, 24, 26 новые устроенные дворовые территории, где будут там и детские, там и спортивные площадки. Удачи вам, терпения и всем-всем желаю окончить эту школу только с золотыми и серебряными медалями. Ура! Осень может листья золотые, и в прекрасном золотом дожде хризантемы белые, большие, расцветают звездами везде. Это первоклассников цветение, в пору золотых, чудесных дней, и это новых звездочек свечения и полетных белых голубей. Просто мы маленькие звезды.
просто молодые. Вы думаете, мы вам что? Отстой? Ничего подобного. И это сейчас докажет в своей речи наши всегда почетные гости, наши ветераны. Слово Валентине Петровне Шурыгиной. Вот и наступил новый учебный год. 1 сентября – это день знаний. Особенно волнительный и необыкновенный для учеников, которые оканчивают в этом году школу, и для первоклассников, которые в первый раз переступят порог этой прекрасной школы. Ветераны поздравляют вас с этим праздником, желают вам здоровья, успехов. Ветеранам очень приятно бывать в вашей школе. Нас здесь тепло встречают и дети, и педагогический коллектив. И очень знаково, очень приятно, что у вас такой прекрасный музей боевой славы. И очень здорово, что гидами, рассказчиками событий о войне и героев, которые в этом музее, проводят сами школьники. Школьники устраивают для нас концерты. В этом году и очень приятно, что школьники помнят и чтят память об участниках и ветеранах Великой Отечественной войны 1941-45 года. В этом году, в декабре, мы будем отмечать очень значительные события. Это 75-летие начала разгрома немцев под Москвой, контрнаступление. Я вас поздравляю еще раз, желаю вам успехов в учебе, в спорте, в олимпиадах, которые вы так прекрасно проводите и побеждаете. Всего вам доброго. Добрый час. А сейчас представляется слово ветерану военной службы Давыдову Сергею Павловичу. Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые родители, преподаватели и гости. С днем знаний всех нас! Самый трудный труд – это получать знания. Больше знаешь, дальше видишь, говорит народная мудрость. Но а самое трудное – познать себя. Познать себя – это самый трудный труд. Поэтому мы, ветераны, желаем вам в этом учебном году совершенствовать знания человека. Человек звучит гордо. Добрый путь всех вас! Каникулы кончаются, дней отдыхали много. Друзья опять встречаются у школьного порога. И по сложившейся традиции сегодня пришли выпускники школы номер 1215. Слово 12-му Д. Доброе утро, дорогие родители, уважаемые учащиеся и, конечно же, любимые учителя. Я надеюсь, что я скажу от имени всего 12-го Д, и он меня поддержит. Вы пришли учиться не просто в школу 2107, а это одна из самых больших и динамично развивающихся школ нашего города. Вы пришли в школьное отделение, в школу имени Романа Ролана. Эта школа дает удивительное гармоничное образование. Ну вот для примера, вот стоит 12 Д с табличкой. Высшая школа экономики, Московский государственный университет, Московский государственный университет. Все наши выпускники очень успешны. Это настоящие личности. И мне кажется, что это самое главное. Я сегодня в знак уважения к школе пришел с этим значком. И думаю, я еще долго не буду его снимать. Я надеюсь, что вы тоже будете защищать честь нашей школы. Будете свою школу беречь. Любить свою школу и, конечно же, любить учиться. Я желаю вам очень больших успехов, терпения
Будьте молодцами, мы верим в вас. Поздравляю! Для кого-то сегодняшний день – начало последнего учебного года. Слово предоставляется нашим выпускникам, учащимся 11 класса. Позади. Мы уйдем далекими путями, но с собой в сердце унесем лишь хорошие воспоминания, потому что школа – наш любимый дом.
Здравствуйте, дорогие учителя, ученики и родители. Когда-то, совсем еще маленькими, мы переступили через порог этой школы. И тогда нам все было впервые. Первые друзья, первый урок, первые отметки и даже первая любовь. Сейчас, стоя здесь, встречая наше последнее 1 сентября, мы с уверенностью можем сказать, что наши родители сделали правильный выбор. И мы гордимся, что являемся учениками школы имени Ромена Ролана. Да, это место стало для нас поистине вторым домом. И за это мы хотим поблагодарить наших заботливых учителей и опытное руководство. А самым юным ученикам, нашим первоклассникам, мы желаем смело идти вперед навстречу своим мечтам и никогда не сдаваться. Пусть учеба дело нелегкое, но знайте, что в нашей школе вас всегда поддержат и вам всегда помогут. Счастливого учебного года! 11-11 класса. Школа — это семья! Школа — это семья!
семья. Школа – это семья. Школа – это семья. Звонок вас позовет на первый урок. Школьные двери вновь распахнутся. Завтра учебные будни начнутся. Как и всякий праздник, 1 сентября он заканчивается торжественным входом в школу Вальдмата. И право первого звонка сегодня у ученика 11 класса 1 Александра и ученицы 1 класса Ульяны Гринко. Это первый звонок. Смелая девочка, правда, на такой высоте. Итак, первыми в школу входят в сопровождении наших выпускников
и их помощников 10 класса, которые тоже уже смотрят на выпуск в целом. Первые классы. Первый класс Д. Классный руководитель Борисова Ольга Валентиновна. И 11 класс. Прошу. Уважаемые родители, освободите, пожалуйста. Уважаемые. Давай. Аплодисменты новым ученикам! Свет за ними! Первый нет, классный руководитель! Акиншина Екатерина... Да. Не теряйте букеты, малыши! Удачи вам! Улыбайтесь! Что это вы такие серьезные уже? Улыбайтесь, у нас радостная школа! Уважаемые родители, пожалуйста, фотографируйте путеследование. Самый главный и самый выгодный пост – это у парадного крыльца. Итак, наконец-то торжественный марш. Самых первых. И я не хочу употреблять другое противоположное слово. Скажу так, из самых взрослых подходит к концу.